Здравствуйте, я Евгений Роднянский, кофаундер компании U-Trace. Наша главная цель – повышение уровня цифровизации компаний путем внедрения современных Digital Track and Trace решений. С появлением регуляторных требований маркировки компании вынуждены совершать этот скачок очень быстро и иногда болезненно. Наш подход и опыт позволит вам уверенно выйти на новый уровень без рисков для основного бизнеса. Компания U-Trace занимается разработкой и внедрением Digital Track and Trace решений на российском и международных рынках, там, где требования только появляются, и там, где они существуют давно. Создав компанию, мы осознанно выбрали модель «все в одном». У нас успешно сочетается экспертиза создания IT-решений с нуля вместе с большим консалтинговым опытом. Именно такой коктейль позволяет клиентам получить максимальный уровень сервиса, а нам – информацию из первых рук. Буду откровенен, реализация регуляторных требований по прослеживаемости неизбежно приводит к потере эффективности и дополнительным затратам. На практике мы много раз наблюдали картину, что после выбора платформы и интегратора реальная потребность клиента не удовлетворяется. Знакомо? Давайте разберемся. С одной стороны, партнер-интегратор замотивирован выполнить консалтинговые услуги и быстрее вывести в продакшн решение. С другой, вендор платформы стремится удерживать объем изменений на минимальном уровне, что задерживает выход нужных обновлений на месяцы или даже годы. В итоге компания вынуждена перекрывать эти изъяны собственными ресурсами и дополнительными костыльными решениями, что драматически сказывается на совокупной стоимости владения. Решения компании U-Trace развиваются по иному принципу. Мы сконцентрированы на максимальной автоматизации и понятных операционных затратах. На входе в проект мы моделируем будущие процессы и определяем метрику уровня автоматизации, разделяя их на три группы. Полностью автоматизированные, которые могут быть выполнены без человека, полуавтоматизированные и полностью ручные. Совместно проектные продуктовые команды анализируют рабочие сценарии и опыт пользователя, чтобы определить точки улучшений. В итоге мы имеем самый короткий цикл time-to-market важного продуктового функционала и процессов, а клиент может рассчитывать на постоянное повышение эффективности. Доступ к действующим отраслевым практикам дает нам объективную информацию для сравнения платформ. Так, нам известно, что степень автоматизации платформы U-Trace от 1,5 до 4 раз превышает значение конкурентов. Этот бенчмарк мы получаем благодаря наличию у нас сервиса специалистов обмена данными, который обеспечивает операционную поддержку новых процессов, возникших после внедрения Track and Trace. Этот сервис наиболее популярен у компаний, внедривших крупные, дорогостоящие решения наших конкурентов, которые не обладают должной степенью автоматизации и гибкости. Я искренне верю, что новый класс Track and Trace систем только совместно с экспертным консалтингом является ключом в достижении компаниями нового уровня IT-зрелости. Не делайте ошибок, основываясь на краткосрочных результатах. Смотрите дальше и выбирайте сильных бизнес-партнеров.